Вот я выхожу здесь. Я сейчас приехал в феврале, 15 феврале я этого года я прилетел в Внуково, а сейчас, по-моему, там Домодедово называется. У меня плохо с названиями, с цифрами. Здесь, в общем. Спасибо за добрый комментарий под последним видео. Здесь все тоже вот. Ну да, Домодедово написано. Здесь, кстати, холодно. Я замерз в самолете. Здесь, короче, говорят, 20 градусов тепла. Но на самом деле здесь холодно. Почему-то. Сейчас я поищу выход. Я не спал там. Короче, там сон был на долю секунды. В самолете на долю секунды сон был. Мне приснилось, что я во дворе своем, где я расписал стены мелками. И там я две души, моя и другая, на тонком плане. Мы там летаем, там, где пейзажи, по дворам, там вечное лето. Очень такое вот приснилось. Что-то такое вообще необъяснимое этой реальностью. На языке этой реальности необъяснимое. Здесь, короче, холодно что-то.